Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество. В 350 году Кирилл возглавил Иерусалимскую кафедру. Его забота о городе была по-настоящему отцовской. Когда в Иерусалиме разразился голод, архиепископ Кирилл истратил все свое имущество, чтобы купить для голодающих хлеб и пшеницу. Борьба Кирилла с арианской ересью, отрицавшей единосущность Бога, Отца и Бога Сына, вызвала ненависть епископов, поддерживающих Ария. Они добились изгнания архиепископа из Иерусалима. Со временем Кирилл вернулся на кафедру. Но честный архиепископ, любящий Господа превыше всего, был малоугоден и светским властям. Три раза Кирилла отправляли в ссылку. Лишь при святом благоверном императоре Феодосии Великом он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности. До наших дней дошли творения архиепископа Кирилла, его поучения и беседы на евангельские темы.